Позволять классике безропотно служить нам, тем самым унижая ее высокое достоинство, не подчинять своим сиюминутным прихотям и сверхмодным течениям, а трепетно войти в ее жизнь, изящно разомкнув круг столетий и, оставшись с ней наедине, почувствовать вечное биение ее пульса. И оно, это биение, обязательно будет услышано чуткой душой нашего современника, способного раскрыть подлинные черты прошлого, радости и печали тех людей, и поднять занавес над ушедшим временем, соединив его с днем сегодняшним. Ассоциативные, выразительные в пластическом и смысловом отношении картины, полные движения воздуха, на светодиодном экране сделали ненужными привычные громоздкие театральные декорации. Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилл Петрович Троекуров. Со соседом глаз на глаз, ведь шальмой дал лукавый не все лица, чтоб не прошляпить своего не ровен час, держи всех ежовых рукавица. Так начинает Пушкин одну из своих знаменитых повестей. Кирилл Петрович, Кирилл Петрович, Кирилл Петрович, дорогой. Современный российский композитор, автор более 600 шлягеров эстрадных, Ким Брейдбург, как-то взглянул на театр и решил внести свою свежую, извините за выражение, струю музыкальную в наш театральный мир и занялся таким нелегким делом, начал писать мюзиклы. И вот один из них, Дубровский, который сегодня вот воплощается на нашей сцене. Было прикосновение этого театра к Пушкину, «Бахчисарайский фонтан», да, но это, значит, был балетный спектакль. И теперь впервые вот музыкальный мюзикл, да, прикосновение к Пушкину, к Дубровскому, к прозе его, довольно трудный, хотя легко написанный, да, но все-таки трудный для постановки сценической, так ведь? Вот какую основную идею, ну, если в мюзикле обязательно идея, какую основную идею вы подумали нужно непременно сохранить? Ну, я думаю, что основную идею заложил Пушкин, потому что Дубровский, он невольник чести, я бы так сказал. И, в общем-то, наш герой принципиальный, борец за правду. Вот это основная идея. Ну и, конечно, без любви куда. Дубровский влюбляется в Машу. И, в общем-то, мы в нашем мюзикле не ушли от основной линии Пушкина, от его идей, заложенных им. Он был вдохновлен восстанием Пугачёва в свое время, и в то время многие вольнодумцы, стремители к свободе, они, в общем-то, увлекались такими, ну, поэтизировали этих героев. И, конечно, Пушкин не прошел мимо персонажей, поэтому Дубровский у него и его разбойники немножко напоминает нам Пугачёва. В афише Государственного академического музыкального театра Республики Крым новое название спектакля – мюзикл «Дубровский». В год литературы коллектив театра не мог не обратиться к имени великого русского поэта, так много давшего Крыму. Но вот его проза, повесть «Дубровский», неоконченная, но поднявшая тяжелые пласты помещичьей и крестьянской жизни первой трети XIX века. В начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирилла Петровича. А наша Маша, глядите-ка, невеста хоть куда!
Да, и ко всем талантам от отца и доставшимся обнаружено в себе еще один. Какой еще? О, склонность к музицированию. Да. Ну, я поначалу был против всего этого, а затем подумал, а почему бы и нет? Мне все равно. А для барышни такое-никакое развлечение. Кирилл Петрович Троекуров. Серьезная фигура. У Пушкина фигура значительная. Очень. Как вы думаете, отрицательное, положительное или все в нем есть? Ну, что-то было положительное, наверное, ну, по персонажу, как правило, такой немножко. И немного, вернее, это очень мощная фигура, центральная, считаете. Ну, для вас эта роль вообще-то что-то новое внесла в ваше амплуа, да? Конечно, вашу конечно. Целую любая галерею роль, такую. Любая роль – это жизнь, новая жизнь. То есть маленький кусочек жизни, который ты проживаешь вместе со своим персонажем. То есть это каждый артист это переживает, потому что если ты не вжился хотя бы частично в эту роль, считай, можно ставить крест на этой роли, потому что ты не понял, о чем речь, и не донес зрителю о чем. На сегодня хватит лирики! Пора и мужским делом заняться! Ну что, собаки, готовы? Так точно, ваше превосходительство! Готовы! Ну-ка! Ай, чую! Чую, славная сегодня будет охота! А ведь троекуровские, они лучшие! Ну, да, лучшие! Да, правда, охота будет славная! А интересно, на кого охотиться будем? А ну-ка, давай, веселей. Ах, дедушка, бальчик ты крой. Ну-ка, хрюкни. Ой-ой-ой! О, давай его поворачивай. Да. Ступай, голубчик, ступай. Что-с? Шел, говорю! Давай! А ну-ка, отдуй его! Отдуй его! Перенести на сценические подмостки сложное пушкинское произведение, найти ему достойное современное решение, визуальное и музыкальное, не исказив при этом ни замысла нашего национального гения, ни его текста, задача не для дилетантов. Вот ваше сотрудничество с нашим театром музыкальным уже, по-моему, есть какое-то время, да? Да. Ваше сотрудничество, и мне кажется, оно уже стало прочным, так? Ну, мы познакомились несколько лет тому назад с дирекцией, с режиссером, с вашим замечательным Володей Косовым. Вот, и театр поставил мою сказку «Снежная королева». Мне кажется, что она идет до сих пор. Вот, и, собственно, точка нашего знакомства вот произошла именно с того момента. Я очень рад, что я приехал, посмотрел сегодня генеральную репетицию, скажем, да, так. В целом я доволен, ну, а какие-то там замечания, если они, так сказать, там возникли у меня, то я их выскажу режиссеру. Я думаю, что это легко, можно там подправить что-то и так далее. Устранимо вот, очень, в целом, да? В целом я очень доволен, мне кажется, спектакль получился очень красиво. Вот, очень красивые костюмы, очень удачные, на мой взгляд. То есть, одним словом, от спектакля есть ощущение праздника, такого театрального, да. Спектакль большой, он сложный, я думаю, что он потребовал определенного усилия, да, от труппы, от репетиций и так далее. Я знаю, что все это было довольно напряженно, шли репетиции. Люди работали, но, правда, до меня доходили слухи, что они делают это с удовольствием. То есть с удовольствием репетировали, с удовольствием пели, с удовольствием разучивали материал. Вот сегодня, наконец, состоялась вот этот премьерный или предпремьерный показ. Злата, я представляю, каких трудов вам стоит одеть весь спектакль, всех артистов. 220 костюмов. Как-то так. Ну, знаете, спектакль вообще современный. То есть и костюмы очень стилизованные, они очень стильные. То есть сохранена эпоха, силуэт, но на самом деле все очень модные и стильные. Понимаете, спектакль – это крупная форма, это большое полотно.
это потом уже все делается поштучно. А вообще это как монументальная живопись. То есть если ты делаешь там костюм эстрадному там артисту, это единичная вещь, понимаете? Это миниатюра. А спектакль — это крупная форма, все. Тут просто кардинально другая задача. А сложнее ли костюмы для мюзикла? Я работала во всех жанрах. Самые сложные костюмы для цирка и для балета, потому что там это может быть травматично. То есть и там надо другие требования предъявлять. Поэтому для мюзикла это образ, это наоборот легче. Это легче, это веселее. Это просто удовольствие для меня. То есть это удовольствие. У нас красивые артисты. Тут какое преодоление? Дубровский красавец, Маша красавец. Все остальные красавцы, все хорошо. Владимир, а как вы себя чувствуете в костюме Дубровского? Уверенно, в общем, а? Уверенно, волнительно, решительно, комфортно. Замечательно. А вообще на сцене в этом спектакле, таком очень огромном, где задействованы вообще все ваши силы творческие? Ну, тоже немножко волнительно, но образ Дубровского я так примерил на себя, так скажем, он мне подошел. Конечно, это было со временем, не сразу, но вот... К концу ближе, вот сейчас предпремьерный показ, завтра премьера, послезавтра. И я думаю, что я, в принципе, готов на все, так сказать, 105% отдать себя, душу, весь свой потенциал, все свои силы, умения. А как с французским языком, учителем которого явился Дубровский? Ну, с этим проблем не было. Я исполнял произведения очень часто на французском языке. Да, консультировался с более опытными коллегами, так скажем, они меня напутствовали. И не без этого. Все должно быть достоверно, так скажем, без обмана. Итак, все кончено. Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился. Готов исполнить я наказ, но мы судьбы своей не знаем. Нам кажется, мы вымираем, но выбор сам находит нас, когда пробьет последний час. Первого октября 1832 года Александр Сергеевич Пушкин приступил к написанию своего Дубровского. Последняя, 18 глава, помечена 6 февраля 1833 года. Прошло почти два века, но каждая строка светоча русской литературы и поныне остается с нами.